Устала, говоришь? Вот ты сегодня курочку поела, нужно жирок сгонять. После тренировки пойдешь бегать вокруг стадиона, поняла? Там же собаки, они... Да ты что? Моя ты девочка, убежишь и от собак. Вот как научишься бегать быстро, так и убежишь. Что ты творишь, а? Слушай, ты мне тут все поцарапаешь. Кто тебя такую вообще неумеху замуж возьмет? Клади гантели, боже мой! Кошмар. Ингрид, ты месяц поцарапала. Все. Ты денег еще не зарабатываешь, а уже тут от тебя одни убытки. Кошмар какой. Я все папе напишу. Это любовь всей его жизни, как оказалось. А я предупреждала. А я говорила. Как ты не хочешь заниматься? Какие у тебя оценки по физкультуре? Да, Ингрид? Хорошие оценки? Порадуешь папу? У меня еще средние оценки. Я в курсе. Я с твоим физруком общалась, он мне рассказал, как ты ходишь на физкультуру. Ингрид, это вообще что такое? Он сказал, что ты сидишь в раздевалке, что отжиматься ты не умеешь, бегать ты не умеешь, прыгать ты не умеешь. Тебе сколько лет, а? 20? Я в твое время уже кроссы сдавала. И отжималась, и бегала, и прыгала. Что стоишь? Приседай давай. Вперед! Боже, кто так приседает? Ты почему пятки отрываешь? У меня ноги были. Правильно, правильно приседать надо. Руки ровно, пяточки. Давай, давай. Куда? Куда? Господи, ты даже приседать правильно не умеешь. Ингрид, я понимаю, почему у тебя оценка такая по физкультуре. Ты ведь нифига не умеешь! Позор, блин, семьи! Кошмар какой! Ингрид всегда со мной всем делилась. Ну, всегда. Мы были очень близки с ней. Мне отдохните, пожалуйста. Я очень устала. Ты не устала, Ингрид. Ты не устала. Это называется, знаешь как? Это называется лень. Лень, матушка. Не хочешь ничего делать. Ты это специально, да? Ты специально, чтобы меня позлить? Нет. Встаем, приседаем. Чего расселась-то? Давай. Мне все, можно мне за уроки сесть, пожалуйста, я хочу это делать. Ингрид, сейчас для тебя важны не уроки. Не уроки, я тебе уже говорила об этом. Как это? Учеба не важнее спорта и красоты. Да что она такое говорит? И раз... Поехали! Я не могу. Можешь. Давай, приседай, приседай. Давай. Не филонь. Два. Кошмар какой. Три. Боже, без слез ж нельзя смотреть. Ингрид, это кошмар. Я очень хочу есть, я пить хочу. Я устала. Я не знаю, что с тобой делать. Пожалуйста. Можно мне отдохнуть, пожалуйста, я... Ты не устала, ты ленишься, ты все можешь. Можешь, Ингрид, ты можешь. Давай, продолжаем приседать. Я их не чувствую, у меня все, я не могу. Ты не чувствуешь, потому что у тебя мышц там нет, один жир, все жиром заплело. Ингрид, приседаем, давай! Я говорила, это же просто уму всему непостижимо, это полный бред. Бедная моя внученька, божечки. Я не могу. Два! Три! Еще четыре! Пять! Кто ее воспитывал? Я говорила, что та семья непростая. Шесть! Семь! Все, я не буду, я не хочу! Что? Иди, я тебя жду! Хорошо. Быстрее! Или хочешь 10 кругов по стадиону бегать сегодня? Настрадалась? Давай становись в планку. Мамочка, можно мне, пожалуйста, поучиться? Пять минуточек, пожалуйста. Хорошо. 5 минут. 5, Ингрид. Вперед, начинай. Что задали? Задали параграф 1, чтобы мы все там переписали. Переписать параграф? Да. Так, а ну покажи, какие у тебя оценки. Давайте, брось.
Так, а это что? А это что? Ингрид, откуда двойки? Я не поняла. Ты же у меня типа умная. Ты же только и делаешь, что занимаешься. Двойки откуда? Потому что у меня не было времени на... Я вот это видео, вот это, угу. Я сегодня покажу своему сыну. Сегодня же его вышлю ему на почту. Пусть посмотрит, что его жена творит. Господи, бедная моя внучечка. Бедная моя Ингрид. У тебя не было времени на учебу? Бедная! А чем же ты целыми днями занята? Тренироваться ты не хочешь. Вон жиром вся заплыла. Учиться ты не можешь. Ингрид, что с тобой будет через 5 лет, а? Знаешь, что с тобой будет? Будешь, моя дорогая, работать кассиршей. И это в лучшем случае, в каком-нибудь задрыпанном универмаге. Будешь толстая и красивая. Знаешь, как тетки сидят там по 30 лет на одном месте и никуда не выбиваются. И ничего у тебя не будет. Ни семьи, ни друзей, ни мозгов, ни хорошей фигуры. Фигуры, впрочем, у тебя нет уже и сегодня. Молодец, доченька. Поздравляю, так держать. Папина надежда растет. Да? Пиши давай. 5 минут. Потом продолжим. Но папа, он любит меня такой, какая я есть. Он не заставляет меня на спортивных площадках заниматься. Он мне мороженое покупает. Мороженое? Папа тебе мороженое покупает? Так папы сейчас здесь нет. Я для тебя и мама, и папа. Папа, блин, бросил нас. Уехал на работу на полгода. А я теперь тут должна выгребать и за него, и за себя. С такой неблагодарной дочерью. Папа ей мороженое покупал. Я тебя сейчас кормлю. Слышишь меня? И ты ешь то, что я тебе разрешаю. Ни мороженое, ни пирожное, ни бабушкины, блин, котлеты. Ты ешь то, что я тебе даю. Ты меня услышала? Ингрид? Да. Я не слышу! Да. Отлично. Занимайся. Папа мне мороженое покупает. Ну, все-таки вы бабушка, можно как-то повлиять, ну, пообщаться с сыном. Но я то, что сейчас вижу, мать с ней, ну, мне кажется, очень серьезно поступает. Кстати, Ингрид, почему на прошлой неделе мне звонила твоя классная? Что ты там за вазу разбила? Я когда шла, случайно задела ее. Случайно? Своим жирным боком случайно ты вазу задела? А мне теперь за нее платить? Значит так, каникул у тебя не будет. Будешь работать. Да? Пойдешь в универмаг мешки таскать. М? Ты у нас девушка сильная такая. М? Большая. Как раз работа по тебе. Заработаешь деньги, отдашь за вазу. Мне отдашь, поняла? В 2-кратном размере. Пока мы на них смотрим, моя внученька похудела еще больше. Я не для того деньги зарабатываю, чтобы ты вазу разбивала в школе. И потом на тебя жаловались. А была бы стройная, ничего этого бы не было. Я просто подошла, там было много людей. Я случайно просто... Нет, ты не случайно. Или ты вообще одна большая случайность, Ингрид? Вот случайно мне на голову свалился вот такой ширины. А я думаю, в кого она такая, Господи? Зачем мне это все? Вот мне это надо, а? Вот гонять тебя, требовать от тебя этот приз, оно мне надо? Ну зачем ты так со мной обращаешься? Я же... Стараюсь, делаю все для тебя, чтобы я тебе... Ты для меня делаешь? Ингрид, не смеши меня. Ты это делаешь для себя, чтобы когда вырастешь, была стройная, подтянутая, здоровая женщина, понимаешь? Да, Ингрид, ни времени, ни продуктов не жалко. А внучка у меня будет нормальной, я так считаю. Чтобы у тебя была хорошая работа, у тебя были друзья, у тебя было образование, в конце концов. Хотя образование, оно не важно, на самом деле. Выйдешь удачно замуж, и все у тебя будет. Ну, поняла? Ну, как же поступить на работу? Нужно же образование. Ну,
Можно и без образования на самом деле. Если будешь красивой. А если будешь толстой, то учись, дорогая. По-другому у тебя, похоже, ничего не будет. Ты видела Алину? Соседскую девочку. Красивая, стройная, хорошенькая. Мама с ней в аквапарке ходит, в кино, гуляют вместе. Мне же с тобой стыдно даже выйти в магазин. Какой аквапарк? В тебя и так все пальцами тыкают, говорят, толстая, как бегемот. Ты знаешь, вот честно, Ингрид, лучше бы моей дочери была Алина. Нет, вот честно. Слишком. Слушайте, это ненормально. Она странная, эта Алла. Вы видите, что она творит? С ней вообще никаких проблем нет. Хороший, нормальный ребенок. Есть, что ей скажем. Спортом занимается. Плавает. А ты? На кого ты похожа? Толстая тетушка-бегемотиха. Ужас. Позор. Позор нашей семьи. Мне не нужна такая дочь, как ты. Что она сказала ей? Слезы льем. Ингрид, а чего ты расслабилась? Встаем, 5 минут прошло. Давай, в планку. Бегом. Рищи, давай, шевелись. Они у тебя не болят, они у тебя с жиром заплыли. Планку становись. Соберись! Ну что ты вся трясешься, а? Как старуха. Стоим, давай, держим планку. Я не могу. Ты все можешь, Ингрид! Вставай в планку, да сколько же можно! А вот то, что творит эта Алла, явно на пользу ей не идет. Господи, за что? Ну зачем мне такой? Ну блин, ничего же не может! Ужас. Становись в планку, я сказала. Я не могу, мне все. Я хочу отдохнуть чуть-чуть. Я хочу чуть-чуть полежать. Ты отдохнуть хочешь? На том ты отдохнешь. В планку! Видите, как разговаривает? Видите, как она с ней разговаривает? Да, это... Держим планку, давай! Я не ела ничего, пожалуйста, можно мне еще и покушать? Ты хочешь кушать? Она сделала. Вы видели? Кушай. Быстрее! Найти веник и совок? Не знаешь, где они стоят? Вперед! Господи, ты даже веник держать не можешь, а? Кого я вырастила? Кошмар какой. Ингрид, ты когда вырастешь, ты кому такая нужна будешь? Безрукая. Ты даже подмести не можешь. Ужас какой-то. Нет, Ингрид, я... У меня нет слов. Ты знаешь, лучше бы действительно Алина была моей дочерью. А не этого божества. Почему ты так со мной обращаешься, мама? Здесь не подмела, давай. Я же стараюсь, все делаю. Посмотрите, что она заставляет ее делать. Ой, я не могу на это смотреть. Ты не стараешься. Если бы старалась, все было бы по-другому. Быстрее, работай давай. У меня сильно спина по ноги. Чего это у тебя вдруг спина по ноги? А? Вперед! Быстрее! Что ты еле возишь-то, господи! Дай сюда. Бедная ж моя внучечка, что же она с ней творит-то? Учить тебя всему надо, а? Кошмар.
Вырастет же, достанется кому-то такое сокровище. Тебя бабушка даже не могла научить нести полы? Что ты у нее делала все каникулы, а? Бабушка вкусно готовит, и она меня любит, а то у меня так... Ах, бабушка вкусно готовит, да? Смотрите, видели, что сделал? Веник, в руки! Ты все убрала. Ингрид, ты посмотри, сколько ты весишь. Ты же все эти колечки в муку измельчила. Заметь, бабушка тебя кормит, а я тебя привожу в порядок. И бабушка хорошая, мама плохая, да? Нет, просто ты меня не кормишь дома, а бабушка очень вкусно готовит. И... Что? Спасибо большое за просмотр. Давайте поставим 20 000 лайков, и я сразу же выпускаю продолжение.